Всем привет! Меня часто спрашиваете, как пользоваться YouTube-каналом, выгрузка ролика и так далее, и так далее. Давайте с вами это сделаем. С вами Кононова Аня. Вот я выгрузила ролик, я его выгрузила с телефона. Как вы видите, у меня нет ни названия, ни тегов, ничего, да. То есть, ну, во-первых, в новой версии YouTube, да, она уже давно, но не все это знают, да. То есть, есть такой раздел «Настройки». В этом разделе «Настройки», сейчас он прогрузится, вы один раз пишете в загрузке видео, чтобы вы хотели, да, то есть и потом отсюда, да, это я сейчас все делаю с компьютера, отсюда вы уже можете копировать текст и вставлять под каждый ролик, если он с YouTube, но это загрузка видео, это настройки, по идее, идут по умолчанию. Один раз настроив это видео, вот этот раздел, да, загрузка видео, который идет в разделе настройки, вы уже спокойно можете не волноваться, у вас всегда описание будет. Значит, что у вас должно быть в описании, если вы строите именно бизнес с компанией Faberlic, да, то есть развиваетесь в соцсетях, конечно же, ссылка на регистрацию обязательно. Проект Faberlic Online выдает вам эту ссылку, да, то есть давайте вот я сейчас зайду на свою страничку, вот она у меня. Да, то есть вот такой сайт выдается абсолютно всем, да, то есть тут есть видео, также есть все, что нужно, да, то есть есть для чего мы тут, как мы тут работаем и так далее, и так далее. Вот, и, конечно же, есть счетчик, да, то есть это живые регистрации, это живые вот нашего проекта, да, то есть таким вот образом, да, вы поняли сейчас, то есть этот лендинг бесплатно выдается каждому человеку от проекта Faberlic Online, если человек забирает свою объемную скидку, то есть делает 50 баллов себе в дом продукции. Так, дальше с вами поехали, да, то есть вот это дело, значит, потом, значит, обязательно возникли вопросы, обращайтесь, да, то есть, видите, я указываю свою почту, ссылку на Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, да, то есть Инстаграм, WhatsApp, Вайбер, Телеграм обязательно пишу, канал в Телеграм, очень много людей, кстати, таким образом подписываются, то есть надо скопировать, потом вставить в переписку, выслать, и потом уже вы меня найдете. Скайп, да, то есть и группы ВКонтакте, Одноклассники, ну, группы я, если честно, особо не веду, но все равно вписала. Ну и, конечно, три основных хэштега, по которым меня будут находить, да, один мой. Значит, в описании я вставляю один и тот же текст всегда, но хэштеги я могу менять. Допустим, на wellness, да, написать wellness по-английски, wellness по-русски, да, то есть и так далее. Значит, дальше что я делаю? Я человек ленивый, поэтому я... Так, а где у меня заказы? Ну, давайте, да, то есть я захожу в свой личный кабинет, захожу в раздел «Мои заказы», и так как я снимаю обзоры, да, то есть он у меня вот 3 марта был выдан, да, то есть я открываю ссылочку в новой вкладочке, он у меня выдан, да, то есть открываю, и вот он, пожалуйста, 7 килограмм, скорее всего, это он, если честно, я уже... путаюсь в своих заказах. Да, да, бумажные салфетки, да, это он. Кстати, хорошие очень салфеточки, мне нравится. Так, дальше, значит, тут у меня идут батончики. Про батончики у меня другая была. И вот они идут, сухая смесь для приготовления и так далее. Да, кто вот не любит по-английски читать, пожалуйста, да. Так, блокноты я убираю. Вот стевия пошла, поехала, да. То есть, ну и все такое прочее. То есть я это все копирую, иду себе в раздел «Избранное». В раздел «Избранное», да. То есть, ну это я делала фотки, кстати, для того, чтобы прошить видео. Вот это вот, да, вы увидите эти фотки. И далее смотрим с вами. То есть, что я делаю дальше? Мне нужны теги, да. Значит, во-первых, я пишу, да, то есть я ставлю таким образом запятые «Сухая смесь для приготовления молочного коктейля». Молочного коктейля. Это все убираю обязательно. Да, то есть и вот Faberlic Wellness. Да, таким вот образом. Да, тут идут со вкусом ванили. Значит, со вкусом ванили. Так, ваниль. Вот, таким вот образом. Потом, значит, я еще что делаю? Так, новинки Faberlic Wellness. Кстати, вот это вот можно... скопировать и поставить в описании видео, да, то есть вот оно у нас с вами, да, хоп, новинки Faberlic Wellness у нас с вами. А далее, так, где же я была, в какой вкладке,
Так, значит, это я смотрела. Так, так. А, вот я тут же была. Угу. Вот, значит, далее ставлю обязательно, если тут уже есть запятая, да, то есть смотрим, убираем пробел. Так, значит, далее новинки. Faberlic Wellness можно оставить, да, тут Faberlic, запятая Wellness, это два различных тега, а тут, значит, у нас с вами получается Faberlic Wellness, да, для VIP. VIP можно, в принципе, оставить, но вот я думаю, что восклицательный знак не нужен, я ставлю запятой. Вот это вот все убираю. Далее, значит, новый тег, да, сухая смесь получается. О, у меня заказик пришел. Ура! Что интересно сегодня придет? Что придет данное заказа? А, ну, тут не показано, да? Так, ну, давайте дальше смотреть. Так, значит, сухая смесь для приготовления. Опять-таки, да, можно сделать. Только для слова убираем, и уже называется приготовление, да, к примеру. То есть таким вот, да, молочный можно сделать. Молочный коктейль, да, то есть коктейль, да, то есть таким вот образом. Я думаю, принцип вам понятен, да, то есть я таким вот образом могу очень много наделать тегов, и вот эти вот теги как раз... Что важно, их всегда делать, ну, нормально, да, то есть, чтобы они у вас были с пробелами, как положено, да, и потом вы будете копировать их в конце, когда наделаете, и будете вставлять в теги. Это тоже очень важно, я считаю. Ну, то есть, вот таким вот образом, да, со вкусом. Так, где они у нас идут, да, черная смородина. Потом можно сделать так. Так, так, так. Потом будем делать экстракт стевии, да. То есть, если в этом видео оно есть, то обязательно его нужно делать. Концентрированный, запятая, экстракт стевии, да. То есть, все вот эти кавычки убираем, потому что они нам не нужны в тегах. Да, то есть, вот таким вот образом. Вот так, вот так. Да, то есть, ну, вот это уже можно удалять. То есть, у нас с вами вот такая вот получилась. Также, так, сейчас я зайду на YouTube, да, то есть, и вот теги у нас с вами вот тут вот есть, да, то есть, вот они, пожалуйста, коктейли, wellness, да, то есть, все хорошо, все отлично. Вот, еще что можно тут написать, да, то есть, новинки Faberlic Wellness, да, то есть, коктейли, и, в принципе, коктейли, да, шейкер, коктейли, шейкер, пробуем, пробуем, да, точка. Так как это прямой эфир Инстаграм, я так и подпишу, что прямой эфир Инстаграм, запись, точка. И когда уже вот это все подписано бывает, видео выгружено, да, то есть я нажимаю сохранить. То есть я сохранила, у меня сейчас видео все отлично, все хорошо. Далее идут конечные заставки. В принципе, это обязательно, да. То есть я импортирую их из другого видео уже, потому что они у меня готовые, да. Так, ну обычно вот формат 16:9, то есть надо точно такой же формат искать, да. В этом видео нет конечных заставок. Ага. Так, а где есть? Вот, да, то есть таким вот образом, да, видите, самое новое, самое подходящее я выбрала, да, то есть нажимаю сохранить, оно у меня уже как бы все готово. Далее, значит, подсказки, хочется, не хочется, можете делать, но я, в принципе, пока подсказки, ну, абсолютно никакие не делаю, потому что я думаю, что они мне не особо нужны, да, то есть, ну, к примеру, сколько платит Faberlic, можно даже вот эту вот создаем подсказку, да, и она уже будет вот в этом вот месте. Ее можно перенести, допустим, на это место, да, то есть вот сюда вот вы переносите, и если человек устал смотреть, вы его перехватываете этим видео, да.
Вот, готово, да, то есть тут сразу же все автоматом сохраняется. Далее, что нам нужно с вами делать? Вебинар обзоры по продукции, у меня есть плейлист на YouTube, я уже его создала и добавляю вебинары и обзоры именно по продукции. То есть человек, заходя на мой YouTube канал, он идет ролик бизнес, ролик продукт, да, то есть работа в интернете, предложения, да, и так далее, да, то есть у меня там различные есть видео, различные есть темы. Далее, значит, ограниченный доступ. Его можно запланировать, да. Ну, вообще, сегодня у меня уже ролик выходил, да. То есть он выходил в 7 утра, потом ролик вышел в 10 утра. И сейчас я, скорее всего, сделаю этот ролик. Ну, давайте сделаем сейчас 10:47 у меня утра. 6 марта, пятница. Ну, давайте сделаем на 12 часов, да, двумя, да, 12, ой. Так, 6 марта, 12 часов дня давайте с вами сделаем. Пусть он до 12 часов дня. Да? То есть, если мы нажимаем «Назначить премьеру», то вы можете смотреть свой ролик и переписываться с людьми, которые у вас там будут. Если вы не нажмете «Назначить премьеру», то он просто так опубликуется, и вам уже будут комментарии писать под YouTube. Да? То есть, нажимаем «Ок». «Ок». И нажимаем «Сохранить». Вот, в принципе, и все. Значит, вот она ссылка на видео, то есть нажимаете копировать ссылочку. Я обычно иду и ой, не видеобанк, а обзоры. Да, обычно я делюсь это всем на нашем канале по обзорам, чтобы наш проект Фаберлик Онлайн уже знал, что такая-то премьера уже скоро будет, скоро появится, да, то есть и ребята уже будут знать, что вот все хорошо. Далее, да, то есть вы можете выбрать другое видео, да, то есть другую заставочку, да, то есть видите, я тут вставляла как раз, да, вот эти вот картинки через InShot, которые вам показывала, и я думаю, что будет интересней, что мы вдвоем это все тестируем, или вот это вот будет более интересно, да, согласны со мной, она как-то намного красивее, поэтому я ее нажму «Сохранить». Вот, и как бы в принципе все, да, то есть название есть, описание к названию это мега важно, да. Так, вот, кстати, еще можно вот этот вот хэштег сюда внизу поставить. Кстати, что-то я забыла, по-английски сделать wellness, да, то есть ну, таким вот образом. И уже мы с вами видим полностью, да, теги, хэштеги и так далее. Можете еще сюда добавлять свою фамилию обязательно, да. А можете, так, Фаберлик слово есть, Фаберлик по-русски нету, да. Фаберлик по-русски можно написать, потому что никто по-английски будет гуглить, да, то есть по-русски лучше всего. Да, то есть, ну, тут, как вы видите, написано, да, то есть если вы слишком много тегов поставите, то вам скажут удаляйте какие-нибудь, да, лучше удалять нижние, потому что верхние они идут как бы вот. Значит, и смотрите, коктейль слова есть, да, то есть это самое важное, да. Ну, можно еще поставить, что это новинки, да, новинки, новинки, и можно написать, что это шестой каталог. Можно написать 2020 тег, да, то есть то, что 2020 год, что искалось. Вот, поэтому как бы таким вот образом. То есть вот так здорово. Ну вот, в принципе, и все. Нажимаете «Сохранить», если вы что-то изменили. Если вам хочется вернуться, вы также можете пройти, вернуться, да. То есть вот у нас с вами есть общая YouTube-студия. И в этой общей YouTube-студии вы нажимаете, к примеру, «Видео». И у вас видны все видео, да. То есть вот смотрите, это видео, которое мы с вами сейчас сделали, оно идет как премьера, написано, когда оно опубликуется, да, вот выходит оповещение к нему, да. Вот это видео только что опубликовалось недавно, да, 6 марта. А далее вот это видео я сегодня делала, и вот это, в общем, сегодня 4 ролика хватит YouTube мучить, да. И помните, да, то, что вот, допустим, я хочу его отредактировать, потому что тут почему-то не стоят конечные заставки, что весьма странно, да. Вот видите, я иногда бывает пропускаю, да.
Вот, поэтому я импортирую сейчас из другого видео какого-нибудь, да, к примеру, также, да. То есть тут у меня самое новое видео, самое подходящее, это лидерское сопровождение, то есть целый плейлист, а это кнопочка «Подпишитесь на меня», да, то есть и я нажимаю «Сохранить». Бывает у меня иногда, я забываю. А также, когда вы проходите в новую студию, да, то, что мне понравилось, тут есть... И плейлисты как редактировать, да, то есть очень-очень удобно, вы можете их менять, изменять, да, то есть все здорово и классно. Далее вы можете побывать в разделе видео и уже смотреть, если есть у вас, к примеру, какие-то комментарии, да, то есть вот оп, один комментарий, да, к этому ролику, вы на него нажимаете и уже вот просто смотрите, а ну просто уже не так гадили, ну, угу. Вот очень-очень приятно, да, то есть и тут вы уже можете прямо отвечать, спасибо, очень приятно, да, спасибо, очень приятно, то есть таким вот образом. Далее возвращаемся, да, то есть есть комментарии все целиком, прям боюсь даже показывать, потому что иногда такие грубости пишут. Так, мерная ложка в пакете со смесью, а шейкер нужно заказывать. Ну, тут уже, видите, лидеры сами друг другу отвечают. Можно посмотреть комментарии отдельно только новых роликов, да, то есть вот, пожалуйста, вот, да, то есть красота, да. Вот тут есть автор популярных комментариев, один из тех пользователей, чьи комментарии вы чаще всего отмечаете значком сердца, да, то есть, ну вот, прикольно. На проверке, скорее всего... Правда, не такие сладкие, вкусные. Так, хорошо. Анечка, подскажите, кормящим, я думаю, нельзя кормящим. Я стевию могла пить. Ужасно горькое. Пришлось отдать свекрови. Ну, вот видите, а мне вот стевия вообще горькой не показалась. Ну, как бы таким вот образом вы также можете общаться. Да, опять-таки, давайте пройдем в YouTube-студию. Да, то есть комментарии мы с вами посмотрели. Да, и, в принципе, вот все то же самое. Монетизацией я не пользуюсь, фанатекой я тоже не пользуюсь, да, то есть, ну, вот как бы вот эти вот только видео смотрю, да, просматриваю. То есть, самое главное, это, конечно, разложить все по плейлистам, ну, и саму аналитику я, конечно, смотрю, да, вот как бы подписчики, 900 человек за последние 28 дней подписалось, да, то есть, время просмотра, все идет вверх, мне все нравится, да, то есть, лучшее видео за последние 48 часов, ну, я это вообще не смотрю, потому что каждое новое видео его сначала смотрит, потом про него забывает, его уже не смотрит. Да, то есть таким вот образом. Далее, значит, тут известные неполадки, невозможно загрузить видео на канал, да, то есть тут идеи для вас, обучение есть, да. Последняя запись в сообществе, тут также можно сообщество вести, да, вот, и вот новые подписчики, да, вы можете смотреть, да, кто на вас подписался, у кого сколько подписчиков, да, то есть, но тут, конечно, люди, которые хотят видеть, да, люди, которые хотят видеть, чтобы, да, то есть, вот таким, можете на них тоже подписываться, да, то есть, вот, девушка подписалась, у которой 4000 подписчиков, 900 подписчиков, 600, 300, 133, да, ну, видите, даже вот фотографию канала не ставят, поэтому на них мало подписываются, потому что, ну, нехорошо без фотографии, да, то есть канал должен оформлен быть красиво. Вот, ну, все, мои дорогие, с вами была Кунова Аня, проект Фаберлик Онлайн, да, мой канал. Вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно задавайте какие-нибудь вопросы, да, то есть Анна Кононова Фаберлик Онлайн он называется, просто непринужденно вводите в запросе, да, вот, и все. Угу. То есть таким вот образом. И тут уже, видите, по плейлистам все разложено. Мне это все нравится, потому что я сама потом на своем YouTube нахожу все, что мне нужно. Потому что роликов много, огромное количество, и мне сложно бывает вообще отсортировать. Сложно бывает отсортировать их, а так у меня хотя бы все по полочкам для самой же себя. Да? То есть очень удобно.